Так. Все, я снимаю. Здесь наш медведь проснулся. Все начало койно. Число сегодня кое. Рановато проснулся, начал облазить. Лапу сосет, повадки с медвежьей у него, да? Ты поймать хочешь, да? Здрасте, поймать не хочешь. Поймает меня. Все, лапочку, все, по, на, все. Дал поймать их же сам. Может, ему еще что-нибудь там покушать ему сегодня, что он просит? Будет. Сел, да? Он выпрашивает какую-нибудь сладость. Обычно медведи после зимовки кушать хотят, да, сильно, на? На! На! А он не хочет, да? Ну, цепи, на! Ну, на, говорю! На! На! На, я тебе говорю! Я тебе говорю, на! Пирожное будешь? Эй. А ему лапа больше на. Нравится. На! На! Ага, давайте пирожное дам. На! Не хочешь? Ну ладно, стоп. Он вас видит, что-то выпрашивает. А что просто, я не знаю. А у нас ничего нет. На, на, будешь? На. Тоже не будешь. Ну не знаю, что тебе давать-то. Ешь? Ну, Оксана. Нет. Ну что я тебе делаю? А так он вообще что кушает-то обычно? А? Все, вот все. Сосиски, колбасу, мясо, торты. Все, всеядный. Картошку любит. Сладости, капусту. Видимо, больше любит. А? Сладости, говорю, видимо, больше яблоки любит. Яблоки ничего нет. Смотри, сейчас я яблоку вынесу. Посмотрим, что он ест. Все, есть. Что он вас заморал? Ну, легкую пищу сейчас надо. Легкую. Вот, видишь? Типа такого. На, будешь? Будешь? Нет? Ты яблоко будешь? Не будешь? Как не будешь? О, на подвизорку будешь? На. Ешь. Ты мою лапу хочешь? Вот, видишь. Лапа у него мощная. Траву надо. Тебя за ухо поймать. Сытый? Он удачно, спать, я говорю, удачно наелся, жир набрал, какому надо. Он же полностью не проснулся, он жир дожигает. Толкнуть бы, что он упал. Поймать не могу. Не укусить хочешь? Не укусить хочешь? Ну на укуси, на. Укуси, на, укуси, укуси. 4 месяца, да, он спал? Да, где-то побольше маленько. Как тебя поймать, да ухо-то? Вот прикинь, в зоопарке, да? Тогда и руку. Или в лесу, да? Или с диким, вот в цирках, чего они творят-то. Они там жестко выступают. А он просыпался, ну, за зиму? Ну, он проснется минуту. Крутанется маленько. Он крутанется. Встал, крутнулся, крутанулся маленько. И все. Но он лапу сосал так зимой, как танк. Там слыхать было у него. Вот так. Вот так. Днем и ночью у него было все так. Прямо всегда? Да. Да. Всю зиму вот так он кричал. Ну видишь, тихо, значит спит. Это рычит, значит не спит. Лапу все. Всю зиму он вот так вот. Все. Он зависит от спячки. Сейчас его он 2-3 дня он с этим баллоном что будет делать. Он его на шее наденет, накрутит, крутит. Это самый любимый игрушка у него. Видишь, не ест ничего. Почему ничего не ест? Не надо ему что ничего. Не надо, хватает. Нету аппетита пока у него. А? Нету аппетита пока что. Нет, ему не надо, у него жира хватает. Жира хватает. Ты можешь представить, что он самому может сделать, а? Что же он может сделать? Чего? Ну, лапу не может сделать. Да, конечно, он порвет завтра. Вот к чему вернемся. Просто с дикого зверя он что сделали, правильно? Видите, дикий зверь, да? Даже с кошками. Помнишь, а что было, да? Ох, он кидал, да? А что, как дикого зверя стал? Все, сейчас можно к нему заходить, спокойно с ним ходить, общаться. Он не. Это не тот зверь, я говорил, не тот. Он не злой. Медведи злые обычно, да? Видишь, не тот.